Так, ну и что тут у нас? Тролль, Тини, Виктор Неверный, он же Виверный, Динозаврус и Риск, ребята. Риск заезжает на Last Pick от XM-а. Очень-очень маленький на динозавре. Ами вернулся со сумки, на тролле будет играться. Там Алхимика взяли. Алхимика немного бафнули тем фактом, что Радианс бафнули. Получается, и Алхимика бафнули. Так, тем более тут еще и бать имеется на Магнусе. Да, Алхимик. Давайте попробуем прикинуть, как у Алхимика будет лайн. Вот, это довольно важный момент. Алхимик будет стоять против Тини и Динозавра. Ну, кстати, лайн, по идее, халявный для Алхимика. Ну, если так подумать. А что они ему сделают, он в другом городе, как бы, на самом деле, находится. Там, они его как-то с прокастов там не убивают особо. Два милишника, харасить они Алхимика не смогут. А, может быть, они поставят Виверну вниз против Алхимика. Было бы логично, кстати. Тени с троллем поставить, а Виверну с динозавром. Это более синергичные линии, более понятные. И, кстати, более хорошие, я бы так сказал. Ну, может, догадаются. Если догадаются, то, кстати, будет получше у них дела. Потому что тролль Тини линия хорошая, и Виверна динозавра линия такая. Но нет, они не догадаются, потому что они не из тех, кто вот это вот догадывается до чего-то они. Если пятерка пикнул Виверну, он на легкую идет, блять. Все. Предметами и тот, и другой. А сейчас Шива гораздо хуже стала. А Бладстон вообще как бы другой стал, фактически. Ну, если говорить конкретно про Лешака, и все. Лешаку уже как-то не хочется его драфтить никому. Ну, может, еще захочется. Это тоже, это не значит, что герой не работает. Просто дота, она такая, в ней мода решает. Короче, охуенное нападение от Азоров. Очень понравилось. И я на них бабки поставил, бля. Господи. Помогите. Опа. Так, Ория врывается в Ами. Ультимейт дает. Ами умирает просто в итоге. Ну, это тупой тролль, видите? Он настолько тупой, что он просто умер с ульта ОД, считай. Ну, ульт ОД плюс астрал. Неожиданный ганг, на самом деле, произошел. Так, лоу, тут проблемы. Что-то на него забили член максимально. Вот, Пугна на него. И Пугна еще и у нас без декрипа, поэтому не может засейвить. И все. Ой, Ами вернулся с сосунки. Пока что спрятали Ами, чтобы он не доубил. Лоу, Ксенкью рядом. Лоу пытается выйти. Помогите, ноль помощи. Сетка прокает, Ами замедляет. Лоу пивас наливает. Пивас наливает Лоу. Откидывает пока что пивчик. Пытается уйти, но тут Ксенкью уходит на Рошана. И начинается ебалово. Лютое, так. Рошан все-таки Ксенкью не отхуярил. Но, честно сказать, Азурей, ну, пока как-то выглядит... Ой-ой-ой, блядь. Как же все не в попад и как-то хуево. Ну, ладно, все равно, Виверна не может здесь спастись от такой атаки. Ори, Хурикейн... Пайк как будто собирает на миде. Вай уже, видите, молнии почти себе купил. Вай тем временем. И долбит вышку. Мэтчслейера Вай решил уже не покупать. Пофиксили мэтчслейер довольно значительно. И он как-то из моды подвыпал нас. Так, а что? Попытка от бача будет увести человека. Увой, а так, Виверна. Белка тупо высрала. Ой, Ори, ой, Ори, Ори, пока, ой, ебать, что творит, Ори, спасите, помогите, декрип пока что работает, все еще Ори живет, Пугна пересоску делает лютую, прыгает сюда Тиня, повторно нападение от Ксинка, все-таки убивают Ори, Ксин, конечно, вообще красавчик, он все это засетапил, в итоге не отпустил просто Ори, хотя его там с того света всем селом пытались поднять. Вот, ну то есть это просто разные форматы. На самом деле все справедливо, потому что это такой формат, все согласились с него играть, значит как бы все справедливо. Иной вопрос, что лично я считаю, что формат Single Elimination более интересный, чем формат Double Elimination.
Мне интереснее смотреть сингл. Когда каждая игра, она идет за конкретное что-то, а не за что-то не очень понятное. Так. А вот и РП от Бача! Ори, дает ульт! Нормально, XM в погоню, Бача проблемы, XM за Ори гонится, Ори прячет XM и телепорт делает! Да ладно! И улетел же! Задрот, блядь! Да, Ами, просто с Battle Fury под Aegis сломать здесь вышку за вышкой, летит бушкак не попадать, пролетел сюда ОД. Хотят разочек убить Ами, патрон залетает. Aegis сняли лоу, пока что идет вперед, толкует, Синкю выкидывает Бача. Бач уходит, минус Ксинк. Так, поймали здесь в руты товарища Динозавра. Ультивейт от Виверны, шикарный, лоу закидывает пока что Певчагу. Ну и Вай наваливает, XS проблемы, Девай тоже погибнет, XS погибнет. Ну и это был момент, собственно, на котором Экстрим, скорее всего, эту игру-то и проебали. Ну ладно. Это, конечно, еще все-таки не точная информация, но я думаю, что Экстрим здесь уже будет очень тяжело после вот этого всего, вот этой всей истории. ОД, у них слабый ответ на ОД. Я бы даже сказал, у них как бы нет ответа на ОД. Что делать? СОД. Он вас ебет? А кто будет в ответ ему что-то делать? Он любого героя убьет, и Cold Embrace не помогает. Тролль ничего не может. Ой-ой-ой. Что делается? Пак, успеет ли выпрыгнуть? Сайленс! От Бача! Ой-ой-ой-ой-ой. Ксикю прилетел, но это подарочный же получается, как будто бы, да? Да, лоу замедляет, пассивочка работает. И Ксик тоже погибает, пытается отдаться. Блин, попытка, не пытка, кстати. Он реально пытался отдаться нейтральчикам. 9000 ведут Азур. Как бы вроде и много, но доверия к их алхимику не очень много пока у меня, вот, например. То есть я уже не очень понимаю, что этот алхимик как бы вот в драке будет делать. Он будет заряжать бочки, он будет что-то бегать, но если так подумать, как будто бы можно забить на него члена, вообще его не трогать, ведь он не дамажит никого. Ну, как бы, дамаж у него действительно всратый. Что если они поймут Экстрим, что на алхимика можно забить члена, не тратить на него скиллы, то как будто бы, может быть, и они могут попробовать поубивать других. Но пока этот алхимик их ебать напугал, и они тратят на него скиллы. Впрочем, не так-то много и понадобилось скиллов, чтобы этот алхимик охуел там и сдох просто к хуям. Да ладно, кто пиздел, он до сих пор каким-то хером не сдох. Блядь, до сих пор не сдох, пиздец. Ульта туде! Ами, летит в него патрон, он нажимает ультимейт. Здесь ульта Твиверды, закинули Магнуса назад. Подвязали кого-то, Ами уже свалил, тени байбек. Ори не понимает, что ему делать, хп маловато, дерется со всеми. У него, походу, аганим был. Да, но это пизда, конечно, этот аганим сломанный тоже. Умирает Лидота, она уже все. На последнем издыхании находится. Кто пиздел на алхимике, так сказать, в итоге, я могу спросить, блядь, кто открывал свой хавальник-то? А разве 70-минутная игра это плохо? Это полная хуета. Не должно быть ни одной 70-минутной игры никогда. Отвратительное дерьмо. Может быть из-за Виверна. Но у них два сейва против Виверна, на самом деле. Так, кажется, они что-то начали понимать и больше не бьют алхимика. Хотя, с другой стороны, кого не бьют, они бьют Ори. Ори Aegis. Ори Aegis. У него подрубается пока что ульт. Ами вернулся с сосунки! Ну и Ами пишет ГГ сосунки. Пока не пишет, кстати. XXS пишет в итоге ГГ. Но легчайшее, на самом деле, для Азура, если так подумать. То есть все, чем запомнились Экстримы в этом матче, это тем, что они первые минут 10 побегали, погангали. Больше даже в их игре и отметить нечего, как будто больше ничего и не было. Ну, кстати, ну, земля 1% скорости, это такое, конечно. А вот длительность дума, то, что сокращена, это сильно, это сильно.
То есть на третьем уровне то же самое, но на первых, на первом уровне прям гораздо хуже получается. Да, это на самом деле значимо, значимо. Да это стадион орёт, алё. Типа, понял, трибуны ликуют, типа, сидят, жестко топят. Непонятно, правда, за что они жестко топят. Видимо, за любой кипиш, кроме голодовки, подтапливают. Разве могут азуры, которые пробали карту Гидры, выиграть экстримов? Слушай, брат, а я не могу понять, экстримы по какой причине считаются такой уж сильной командой? Потому что Ами вернулся с СНК или чё? Экстримы на Бэтбомдаче заняли какое там место? Восьмое? Или какое? Ну, то есть, ничего выдающегося они вообще не показали. Берешь гирокоптера, ходишь, делаешь тыр-тыр-тыр там. Берешь девочку-цемочку, из пару фрагов зарядил, покупаешь на девочку-цемочке пару бандов, мьёльнир, и поехали. И тебе будет нормально, нормально. Плюс 9 репортов. Ну почему? У меня... 11700 порядочится, кажется, или сколько там? Нормально, короче, порядочится. Ой, F5 случайно нажал. Опа, F5. The battle begins. Там пошла какая-то заруба. Между прочим, Лоу пролил коэффициент прямо сейчас. Слушайте, могу отметить, что либо XM там не доигрывает, либо Шторм какой-то гений игры. Но просто он вообще не уступает линии. Он должен проигрывать этот лайн. Вот прям... это прям линия, на которой Лина ебет. Там частенько штормы в лес сваливают на третьем уровне, просто не могут стоять. А здесь у шторма вообще и не хуже, как бы. Может быть, он, конечно, расходников триллион покупал, там хит какие-то, и у него с нетворсом на самом деле проблемы. То есть скрипстат хороший, а нетворс не очень. Но чуть попозже включит нам нетворс, там и узнаем. Так, прилетели сюда Азор, поставили вард, синки увидят. Опа, стрела пошла, бач заблокировал ее гузном своим, подходит Y. Нападение теперь еще и на товарища Ами вернулся со сумки. Он погибает, ёбка продолжается, лютая. Бач, бач получает въебач. Вай понимает, что уже ничего круче, чем убить курьера, он не сделает. Пошла стрела, стрела не попадает мимо совершенно стрела, и Вай может еще попробовать руну забрать, но возможно будет на очке. Нет, не на очке, заберет руну. Берет руну и... О, реген, повезло. Ну да, у шторма похож, чем ли, но не сильно хуже на самом деле. Ну как бы нормально у шторма. Сайленс по ксинку, но он успевает два липа дать и живет по этому поводу. Добавить здесь не стал пытаться догонять его, какие-то думы давать. Это говорит уже не надо нам. Да, 1000 голды ведут экстрим. Это несмотря на то, что Азор Алхимик и Дум, у одного Девауэра, у другого Монета. То есть они как бы в любом случае больше фармят в среднем, чем героя экстрим. Но экстрим за счет фрагов... Нехорошо все. Опа, вот это прикол. Винга, шестой левел прокачки персонаж. Здесь же шторм, девай, убивают. XXS куда-то побежал. Ори, ори.
Стрела мимо, здесь же дом. Заходят, убьют Лину, убивают Лину. Иксвелл. Дело поперло. И минус 3 делают. Еще за Ксинкой могут погнаться. У Ксинка есть один лип и телепорт. Ну, я думаю, что да, его не возьмут. Ну вот, и закинули экстримы конкретненько сейчас. Не были не готовы к тому, что Азур здесь будут всей командой. Азур были тут всей командой. Ну как, зачем? Они дают значительное преимущество относительно тех, кто играет без кикастов, если что. Ну, реально, значительное преимущество. Даже не минорное. Потому что вот так поднять кентавр, как это сделал Рубик, без квиккастов, ну, невозможно, типа. Ты не успеешь сделать клик вот этот вот пальцем. Ну, почти невозможно, ладно. А вот с квиккастами возможно, потому что тебе не надо делать клик. Ты просто как можешь спамить вокруг себя скилл. Так, Рубен Валерьевич. Ну это все, ребят, это пошел фид. И вот эти ребята сейчас будут заходить на рампу, возможно, даже. И что делать? Опрос. Нужны блейдмейлы. 24 минуты. Опа, Ория. Шторм с арканруной. Ебой. Ну, это уже немножко не тот, конечно, как когда-то, но все равно. Все полезно. Да, ребят, дрочево сухое в этой игре такое. Шторм бедный у Азурей. Маленький шторм, это проблема. Большой шторм здесь, большим нетворсом, он здесь на самом деле солил бы эту игру. Он бы просто влетал бы во всех этих лин и дровок и все. Но маленький шторм — это проблема. Он вряд ли куда-то сможет влететь. Не, ну куда-то сможет. Вопрос в том, что он, скорее всего, и в помойку вылетит после этого. Лоу на кентавра. Нападает дом. Там свап, стрела, шторм летит дальше. Все пытаются убить кентавра. Цель охуенная просто. Лучшая цель для атаки. Давай, давай, давай его нахуй. Кончай. Это Азур Рейдж, ребят. Да, ну, короче, они проебали эту игру, очевидно, Азоры. Ну, их просто нет урона. Они не могут всем селом убить кентавра. Это у экстримов пипец дофига дэмэджа в ответ. И все, не знаю, тут не выигрывается. Это как будто бы уже... Ну, алхимик с Шивой опять этот знаменитый. Вот если в прошлой игре ладно, но в этой игре Шиву я вообще не понимаю. Зачем ему кераса здесь? Была бы поинтереснее. Спасибо за ответ про Доту 2. Ставить не буду. Так понятно, ну нахуя тебе это надо? Не, слушай, если ты играл в 2009 году в первую Доту еще, да, это прошло 15 лет. То есть тебе тогда было, ну, может, тоже 15 лет. То сейчас тебе 30 лет, да? Так! А, то есть, погоди. Бля, я не знаю. Это нахуй тир один дота или чё? Так, подвязали людей. Дома не будет, какой-то иул. Лоу пытается так сам уйти. Проблема у Рубен Валерьевича. Вот свап, то ли Рубен Валерьевич прыгает, тупая погибает. И тут лоу возвращение! Ты чё, ебанутый? Куда ты, блядь, вернулся? Беги, глупец, тебя же выебут. Пока бежит, мэн запутал в своих желюзях. Ёбаный рот, там казино, снова зеро. И он просто сдох. Не, ну это пиво. Короче, что хотел сказать-то? А, то есть тебе сейчас лет 30. Ну какая дота в 30? Какая дота в 30? В 30 лет что мы играем? Вов, World of Warcraft. В 30 лет мы играем в танки. В 30 лет мы играем в мобилки. То есть вот туда нам, туда. Какая дота? Дота — это для школьников. Доту в 30 мы смотрим, мы не играем в доту, мы смотрим доту, все. То есть можно только смотреть, трогать нельзя. Radiant's middle tower is under attack.
во что мы еще играем? Вот Майнкрафт мы играем в 30, да? То есть Террария, Майнкрафт, вот эти игры. Ха, диджей ебан по 200 закидывает. Так, сейчас будет, ребят, битва за игру, но, честно сказать, я не понимаю, как Азур могут ее выиграть. Но, может быть, двойной дум через этот Soul Bind какой-то, двойной дум по, может быть, там, в идеале, вот, Лину какую-то, может быть, с Вингой. Как-то вот их поймать, чуть-чуть такое, ну, то есть не кентавра. Кентавра толку ловить немного. И, может быть, тогда... Может быть, Рубик, если украдет какую-то супер скилл какой-то. О, Девай! Ой, Девай! Без байбека. А вот это, кстати... Оп, там по двоим. Стрела. Вылазь, скрипа! Ой, засоска по двоим! Ой, ебут же! Убивают! Нет, не убивают никого пока что. Киска до сих пор жива. Размен 2 в 2. Ори пытается выйти. Лоу! Пивной лоу. Бать, ты куда нахуй прыгнул? Ёбаный рот, а байбэк какие-то пошли, пытаются Лину взять. Ори, дерется как демон. Как лев, блядь. Ай, возвращаются, ребята, они возвращаются. Или нет? Там курица какая-то. Ори тоже байбэк жми. Стоят, фоткают здесь. Да, алхимик это позор, конечно. И никакого художества. Вот это да! Вот это да! Ами вернулся, сумки! Так не играй ни в какую доту, брат. Зачем ты это делаешь? Лоу! Станет иллюзию, дает манту. Вау! Вот это да! Лоу пока что откроет, батюшка уже БКБ обжал. Поспешил. Поспешишь, людей насмешишь. По итогу. Ами Сосунки ломает вышку. Ломает барак, ломает второй барак. Ну и Азурей, к сожалению, будто бы ничего не смогут вообще здесь предъявить в этой игре. Уже Лоу заряжает Пивчанского. И на кого-то там нападает сзади, как будто бы это Эксема. Но Сэм и тот в инвиз от него свалил, поэтому все. Вау, нормально, Ори, ой, ебаный рот, о, казино. Так, кажется, Рубик украл свап Винги, но свапнул кентавра вместо друга своего на шторме. В итоге получил пизды, бать без БКБ, его просто убивают. Он что, дум себе въебал, закидывает дабл килл, трипл килл. Пишите ГГ бездаря. А вот и ГГ. Но ничего не могу сказать по поводу этой игры, ребят. Сыграно Азурами прям пизда как хуёво. Опа, Аркварден, ты меня называла. Это, кстати говоря, Аркварден медовый Атори, знаменитый. Мне кажется, есть такая стратегия. Это который с веселами там, вот с этими приколами всякими. Ну, это лучше, чем Керри Аркварден. То есть Керри Аркварден, на мой взгляд, это кусок дерьма какой-то. А вот медовый Аркварден, который покупает весел... И потом там что-то мутит, крутит какие-то... ну, такой он, полу-ютилити. Какой-то заёбный. Полу-ютилити заёбнич. Это, в принципе, лучше. Но, правда, насколько я помню, погоди. По-моему, Арквардена там сильно порезали, не? Мой клинок пылает вся ясная. Что-то я такое припоминаю. А, да. Да. Длительность спарка уменьшилась с 45 до 16 секунд. Это просто, когда ты такое видишь, ты думаешь, что вы ебанутые... То есть, это при том все понимали, что это как бы 45, это пиздец. То есть, они просто взяли и в три раза порезали, как бы сказали, вот так теперь нормально будет. А раньше нельзя было порезать? Ну, я в это не верю. Честно, я в это не верю. Я не верю в Дазла. Блядь, как бы, Дазл, типа, он убивает иллюзии, да? С шардом, ну да. Но, блин, у Лансера слишком много иллюзий. Это Ами, он вернулся. Почему сцену не показывают? Ну, на офстрим показывают побольше, по идее. Хотя, честно сказать, я включил офстрим, там тоже как-то не особо.
Там, в принципе, почему-то закончилась игра, я включил в стрим, думал посмотреть как раз на сцену, но там тоже эта заставка, при том, как бы на фоне этой заставки говорят люди, там, которые сидят в студии, их не показывают. То есть вместо людей показывают заставку. Короче, странно немного сделано, не знаю. Так, у Лоу проблем, по-моему, позорник опять умирает на ФБ. Настоящая классика. Ксин, кстати, даже не умрет. Тут еще граната. Ксинг еще рофлит, смотрите, ап встает. Но Ксинг. Не, ну Ксинг играется. Ксинг играется с бомжами. Насколько близко играется? Разве будет спирт выигрывать в эту игру, если в компьютерную игру Dota 2 или во что? Ну, в принципе, иногда бывает выигрывает даже, да. Так, Сен-Кью, конечно, ходит, расстрахивает всю карту, как бешеный зверь вообще. Зверюга. Тупо. Киска сваливает от Дивая. Ксен-Кью свою руну забрал. Говорит, там вард. А там реально вард. На миде в этот момент умирает. Еще у нас Void Spirit. Но пришел сюда Марс. Разменяет он Эвая. Какой-то размен дали. Так что нормально. У Марса пипец денег. Посмотрите на Творс Марса. Он что, вообще что ли с цепи сорвался? XXS. Психанул тупо. Опа! Сайленс! Дивай! Вот это Дивай! Молодец на самом деле, но правда это все не лечит, потому что оказывается есть стампит уже. И Ори подлетел. Дивай, кажется, сосет у Бача активно. Но, кажется, это его... А, хотя кто пиздел, XXS здесь! Боже, XXS играет просто... Спрячь! О, это экстрим, ребят! Это победители турнира! На самом деле, я думаю, им в рот напихает такая файбек 2000 года рождения в составе квест. Ну, я так думаю, я не знаю, может быть и нет. Но мне так кажется, что такое будет. Так, азуречки в инвизе здесь от киски. Хотят что-то придумать. У киски ранний шестой откуда-то вылез. Девайт, есть у него один сифончик, но один маловато. Одного может и не хватить, но у него граната, шапка, капля. Вообще он крепкий, его быстро не убить. Вот пытаются его убить, там, кстати, обсервер вообще поебать. Он успевает нажать соску одну и вторую нажимает. Ой-ой-ой, все равно умирает. Но приходит Ами, может быть... Ну нет, Ами тут не сможет. Чуть-чуть не хватило бомжа, кстати, чтобы пожить. Чтобы хп 100 было бы сверху, он, может быть, еще бы пожил. Так, на XM нападают, надо что-то... Ой-ой-ой, XM. Фух, Астрал Степ спасает, но хп вообще не остается, стики отбивает. А тут в этот момент Марс игру жизни продолжает играть, у Лота проблемы. Умирает Лоу от Ксинка просто ядами и иллюзиями убил его. А Ксинк теперь с разворота нападают. Ксинк пытался типа крипам отдаться или что-то такое провернуть, не получилось. XXS не нашел никого сильнее, чем лесные кентавры, поэтому решил с ними разобраться. И то не разобрался. Что-то почувствовал или, может быть, увидел. Ну, там инвиз от киски, но сейчас ночь на дворе. А, ну там, походу, смотрители. Так, в итоге XXS сваливает, а тут на топе какой-то замес. Фу! И того пригвоздил, но спрятали. Подходит сюда Бач. Будет стан. Ой-ой-ой, XM здесь же. Вот этот замес. Баншу убивают. XS пытается свалить. Не хочет очень отдавать свой стрик. Я его прекрасно понимаю. XM надо сваливать, если у него степ. Есть степ один. Пытается уйти, но будет кентавр гнать велосипед. Ой, кентавр перепрыгивает через ремнант и убивают XM. Но XXS увел свой стрик отсюда. Но, в принципе, размен такой более-менее. Забрали довольно богатого Арквардена. Потеряли двоих, правда. Да. Опа! О, да-да-да. Вот этот блинк.
Так, там проблемы у Shadow Demon возникли, кажется, он погибает. Но здесь, правда, хорошая арена. Плюс Девайв с ультимейтом пока лазит, довольно много урона наносит по Батчу. Отработку ебать он там застанил, просто РП какой-то дал. Батч, впрочем, должен погибнуть. Лансер тоже далеко, это синий лансер, а Ори здесь, может, далеко залез. Так, в спине убивают Ивая. А, мистер Сунки вернулся. А, он до сих пор без шарда, что ли? Ты до сих пор без шарда? Шардом. Почему люди-то не умирают? Байбек от Банши. Ой-ой-ой-ой-ой, XSS. XXSS, что творит? Просто пригвоздил двоих, и вот он. Дазл тоже погибает. Holy shit, уже от XXS надо было ставить на Beyond Good Like, получается. Кто же знал. 2-2-8. Все, понятно, блядь. Все, все, ребят. Пакуйте чемоданы, пакуйте, понятно. Мы поняли все. Под 100% мясом. А кто ему запретит? Ёлопал, опа, иллюзии умерли, новые появились. А там закид какой-то. И Ами. Арена Марса! Но правда, Ами погиб, он не дымажит пока что, но там и без Ами, который мертвый, много очень дэмэджа, грейвы пошли. Полетели копии, у Бача проблем, сейчас погибнет. Сгоняет там всю команду уже под фонтан, буквально, экстримы. И байбеки пошли от них, но кентавр без бая, без кентавра. Боюсь, что ничего не получится у мужиков из Азурея в плане дефа. Не-не, в этой катке прям, на мой взгляд, дичайший овердрафт получился. Эти попытки что-то там дазлом законтрить лансера, это к терапевту. Вот если вдруг к терапевту можно обратиться, чтобы перестать меня смотреть, возможно. Опа, о, стрела, но там, правда, ксинг спрятал. Пошли деревья, но деревья не сильные, потому что кроме Аганима то убивает толком нет ничего. Но, может быть, он еще что-то купит. То есть, в принципе, такая, как бы, план Б. Но это не Б, это план С, я бы сказал. У Азура это как раз-таки Тини, который может приобрести себе какие-то шмотки поверх Аганима и стать тоже таким кором дополнительным. Хорошо, что мы умеем читать знаки, знали про 3-2-2. Да, 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 да. О чем и речь. Зачел у вас тачки сидел, который не знал первое название первой части Гарри Поттера. Да это Парадеевич. Да блин, я не знаю. Это же стримеры, всякие контент-креатеры, рофлеры и так далее. Там одни бездари. Ладно, не ругайся. Спасибо за кесарь. Типа, смотри, как это, какая ситуация. Стримеры, всякие вот контент-креатеры, ютуберы. Никогда не знаешь, когда они, блядь, шутят, а когда они не шутят. Они могут специально из себя строить дурачков, чтобы повеселить людей. Это нормально, кстати говоря, абсолютно. Собственно, это как бы нормальная тема. Построить из себя немножко дурачка. Вот. Но с другой стороны, если уж на то пошло, никто не обязан знать название Гарри Поттера. Ни первое, ни второе, ни третье. Потому что, ну, как бы это немного странно, потому что это, конечно, такая супер известная масс-культура. Но, с другой стороны, понимаете, для многих тоже странно прозвучит, что я не знаю ни одного чела из ЧБД. И не смотрел ЧБД ни одного выпуска. Я не слушал ни одного рэп-баттла, когда это было популярно. Я не знаю там актеров из русских сериалов. Я не смотрел ни один русский сериал буквально. Ни слова пацана, ни каких-нибудь ранеток, ничего угодно еще. Ну, только что-то старое, типа бригады, но это тогда когда-то было, когда мне было 10 лет. Вот, ну, то есть, как бы, и для многих людей это тоже странно прозвучит. Но для меня звучит странно, что можно не знавать название Гарри Поттера, но с другой стороны, это то же самое, ровно то же самое. Человеку просто это неинтересно, и все. А так, сам-то Парадеевич, он на самом деле классный парень, если что. Ставлю лайк ему. Так, впрочем, ряд кентавр, нападают дальше на дазл, там тоже мяч, бэбэков нет, ну ладно, пишите ГГ бездари. Пишите ГГ бездари. Да, у тебя сейчас там 13-18, счет нормально. Сколько порнозвезд знаешь? Ну, тут небольшое знание есть.
Да, конечно. Именно он у меня учил вардить. Именно он меня учил вардить. Блин, жалко, что я плохо знаю тексты песен, но просто по-любому есть какие-нибудь тоже песни, где человек говорит, что он там, не знаю, президент мира. И ты такой, а что, ты реально президент мира? Да, да, я президент мира. Ну, блядь, песни вряд ли будут обманывать. Не просто так песня существует. Да, в итоге экстримы побеждают. Но я так пролился на Азур на прошлой карте, что все равно в минусе я. На Азур проливка серьезная была. Натуральный блондин на всю страну такой один. Во! Типа, слушай, это что, реально правда? Ты реально на всю страну один натуральный блондин, что ли? Конечно, блядь, это же что это? В песне. Из песни слов не выкинешь!